выбираем место для разворота. Ничего страшного. Выключи поворотник. Что ты делаешь? Я вот сейчас вот тут место не поняла. Не поняла, значит едем дальше. Если не поняла, не надо останавливаться на дороге, окей? Да, вот это место, ну, где полоса разделяется. Я бы все равно не дал бы тебе туда заехать, потому что ты поворотник не выключила. Ты перестроилась сюда, ну, во второй ряд. Почему поворотник не выключила? Вот сюда же ты доезжаешь, до сюда. Ну и что, что там пересекается? Ты же не на пешеходном будешь разворачиваться. Те стрелочки куда показывают? Дальше. Я на него заеду, когда буду перестраиваться. Ничего страшного, направо уходи здесь. Ты вот все делаешь хорошо, а начинаешь какую-то фигню мыслить. Честное слово. Не мысли, не ищи логику. Просто видишь, делаешь. Не видишь, не делаешь. Все у тебя получится. Смотри, везде, где видишь, ну зачем ты здесь поворотник включила? Где видишь знак «Уступи дорогу», всегда включаешь поворотник. Поняла? Даже если ты сейчас прямо едешь. Поняла? Включай левый поворотник. Кого ты видишь вдоль сплошной? Давай остановимся. Кого ты видишь вдоль сплошной? А никого там не едет. Поехали. Они едут по левому ряду. Пошли, 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 пошли. Пропускать надо, кто едет по левому ряду, поняла? Давай развернемся в левый ряд, уходи. Сейчас мы с тобой кое-что сделаем. Интересно, чтобы трасса навсегда запомнила, как его проезжать. Здесь сейчас левый поворотник. Выходи в зеркало, смотри, чтобы нас не придавили. Левый поворотник, перестраивайся. Все, в один ряд перестроилась, едем. Все, выключай поворотник. Смотри, мы с тобой сейчас поднимались 5 минут назад оттуда. Вон, где машины едут, видишь, беленькая? Мы оттуда с тобой сейчас выходили. Видишь, мы в два ряда едем здесь, видишь? Вот. Мы ехали вдоль сплошной, и мы сейчас едем с тобой вдоль сплошной. Вот этот человек должен пропустить нас. Кто едет тут, мы его не пропускаем. Вот, вот, вот нас пропускает и выходит за нами. Вот видишь зеркало? И он вышел за нами. Он не ждет тех, кто едет слева. Поняла? Или не поняла? А при чем тут те, кто слева вообще? Потому что вы когда останавливаетесь и пропускаете, вы пропускаете всех, кто едет здесь. А нужно пропускать только те, кто едет около сплошной твоей. Вот как мы сейчас ехали с тобой по первому ряду, и он выезжает, он нас пропустил и поехал. Он не ждет, кто слева вот от нас. Ну, слева сейчас от нас. Я не про то, что слева от него. Конечно, мы слева от него тоже находимся, да? Но мы по главной. Поняла? Да. Ну, тогда разворачивайся. Еще раз поедем. Поняла, кого пропускать там надо? Первый пункт. Кто идет прям вдоль сплошной? Ты же эту сплошную видишь, да? Ты свою видишь, вот этот угол? И тот. И рулем крутить не надо, ты прямо выезжаешь, понимаешь? О-образный перекресток. Единственное, что ты должна сделать, включить поворотник, ну, убедиться, что там никто не едет, и ехать. Рановато ты, конечно, включила. Ты доедь до уступи дорогу и включай. Вот, притормаживай, смотри в зеркало. Смотри, ты может и не увидишь сначала. Видишь белую машину? Видишь, кто едет там? Видишь? Да. Вот их пропускай. Он тебя моргнул. Солнце мое. Так тоже можно. Прям на экзамене скажи. Он мне моргнул, я поехала. Да и гаишник видит.